Ботокса в головной боли вводим под УЗИ контролем для того, чтобы расслабить мышцу, которая может сдавливать сосуды. Как можно ближе к ней подходим. Можно уколоть жевательную мышцу вот сюда, вот, чтобы ушел бруксизм и напряжение с лица. В трапециевидную мышцу, если есть напряжение и спазм. Всегда делаем с фиксацией для того, чтобы шея была крепко зафиксирована. Управляем атлант, который часто вызывает головную боль. Вызываем спазм сосудов для того, чтобы они расправились. Нет никакого лимита по препарату, потому что его всегда у нас много, мы его используем при тяжелых болезнях у детей и взрослых. Никто по единицам не считает. Могу проверить работу мышц, как они проводят ток и насколько подействовал препарат. Я как невролог часто назначаю лекарства для того, чтобы продолжить лечение дома. Стоимость ботулинотерапии от головной боли минимум в 2 раза ниже, чем в Европе. С вами доктор Родионов.